thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Got me
написано себе: привет, ребят, видео снимается, описывается в качестве 4К, чтобы вы хотя бы, ну, увидели в картинку плюс-минус. Изумительная погода, я так сомневаюсь, что стабилизация здесь будет. Единственное, что только по фокусу, чтобы глянули. Сейчас я посылку попробую взять, вот так, раз, два. Извините, неудобно держать телефон одной рукой. Всем спасибо, пока. Так, ребят, ну что, качество из Full HD в 30 FPS идет. Но я смотрю, походу тут уже и стабилизация есть. Я попытаюсь идти сейчас, ну что, глянем просто, что по картинке будет. Пишите в комментариях, плавность ли есть. И по фокусу, наверное, ну что, глянем, я пытаюсь взять посылочку, показать, потому что в 4К это вообще печалька была. А здесь я смотрю, что вполне все идет комфортно. Снова всем привет, ребят. Видео снимается, пишется Full HD в 30 FPS на селфи камеру, чтобы вы увидели просто, ну, изображение в картинку. Кстати, стандартной ИСТ-шкой идут. Стабилизация, естественно же, у телефона вы, ну, что, не увидите. Но знаете, вот, ну, что, где экономят, вот здесь, ну, что, печально, если честно говоря. Так, и снова, ребят, всем привет. Пишем для спортивного интереса видео 4К, полная в темень. Надеюсь, что вы видите. Что вообще, ну что, вот ночь. По фокусу, я не знаю, наверное, перчатку, чтобы увидели, есть видно или нет, я не знаю. Извините, но с таким освещением, то вы ничего не увидите. Но стабилизации, я смотрю, что нет, вот если идти даже. Так, всем спасибо, пока. Так, для спортивного интереса снимаем и пишем Full HD 60 FPS. Ребят, ну что, полная темнота, изображение, не знаю, с такой апертурой в теории все окей, пишется, что включена стабилизация, но думаю, в конечном итоге ее здесь нету как таковой. Я не знаю, ну что, пишите в комментариях, как минимум, вообще, что куда. Всем спасибо, пока. Так, ребят, ну что, видео на селфи в камеру Full HD в 30 FPS, чтобы увидели качество в картинке, изображение, что куда как. Извините за одышку, я как раз чуть-чуть упражнение, то в конечном итоге будет. Но картинка, я смотрю, что вот если и с прошкой по качеству отличается и сильно, как-то так. Интересно. Ну а всем привет, ребят, вы на канале Зэк из Китая. Мы испытываем телефон от компании Redmi Note 9T в 5G вроде, да? Я правильно сказал, сюда, номик есть сюда. Ну, по фокусу, кстати, он, ну, справляется вообще. Снова всем привет, ребята, вы на канале Зэк из Китая. Мы испытываем телефон от компании Redmi Note 9T Pro, блин, в 5G, о, вспомнил, точно.